Для них цена каждая мелочь, особенно крупинка. Одно из самых закрытых когда-то предприятий приоткрыло завесу тайны. Казанский пороховой завод готовится показать свою историю. Там подготовили выставку. Среди экспонатов в основном только порох. Есть даже времен Екатерины Великой. Как двухвековую историю уместили в нескольких залах, посмотрела Фируза Насырова. В витринах образцы взрывчатого вещества, на подиумах формы и оружие. Эти атрибуты сопровождают историю Казанского порохового завода, потому экспозиция как демонстрация боевой мощи. Предметы в год 225-летия предприятия собирали по крупицам. В этом году мы просто обновили материал, подобрали много новых, экспонатов. Мы объявили день дарения, как объявляют такие дни дарения Республиканский музей. И нам принесли много экспонатов. Экскурсия по залам начинается с 1788 года. Именно тогда, по указу императрицы Екатерины II, был основан Казанский пороховой. Один из самых ценных экспонатов – первая страница истории, план расположения будущих зданий предприятия. То, что раньше помещалось на одном листе, за два века разрослось в огромную территорию. Это вот у нас 20-е, 30-е годы, 40-е. Вот война, директора, которые работали во время войны. Искру завод давал фронтам во время крупнейших кампаний. Великой Отечественной ее история посвящена отдельной экспозиции. Здесь и письма заводчан с фронта, и рекордные нормы выработки и образцы снарядов, что создали здесь же для легендарной «Катюши». Новейшие пороха и снаряды, заряды для охотничьих ружей – это уже современный завод. И новые экспонаты. Они тоже часть истории. Заводу 225. Двери обновленного к юбилею музея откроются уже 24 мая. Фируза Насырова, Алексей Захватов, «Вести Татарстан».